Наш корреспондент Алексей Горин передает с центрального пляжа Анапы. Дорогие друзья, вы можете увидеть, что началась уборка. Это говорит о том, что центральный пляж Анапы закрыт для посещения. Вы видите, что людей совершенно нету. Наконец-то начали разгребать это болото. Посмотрите просто, какие нелицеприятные кадры, к сожалению, привносят к нам с лица города курорта Анапы. Это вот пляж перед администрацией. Вообще. Вчера писали, что вонь вроде бы не совсем сильная, проходить мимо можно, но приходится закрывать свой нос. К большому сожалению, жалко, что очень долго ждали, пока это все начало гнить в очередной раз, и только сейчас вот принимаются меры. Но хорошо, что они хотя бы принимаются. Работает трактор. К большому сожалению, вы видите, что техники у нас не особо много в нашем городе-курорте, чтобы приводить пляжи в надлежащий вид как можно быстрее, даже если случаются такие вот чрезвычайные ситуации. Выглядит это, так сказать, очень печально. Всем, кто отдыхает там, ребят, советую, идите к речке Анапки и дальше, там дальше везде вода чистая. Ну, можете приезжать и на Пионерский проспект. Я сегодня в районе речки Можепсин купался, вода была просто как стекло, кристально чистая и великолепная. А здесь, к сожалению, сейчас идут работы. Так что либо каменные пляжи, либо за речку Анапку. Всем хорошего отдыха, дорогие друзья. Простите, пожалуйста, если вам это немножечко подпортило отдых в нашем любимом городе-курорте. Будем надеяться, что в скором времени все придет в норму. До свидания.